это вообще незаконно, я типа переспавну, что меня убивает. О, мой ранг 144 из 975, хорошо. Это психологический ранг какой? А я не знаю, должно быть как можно выше, да? О, я помню этот ранг. Блин, откуда тут меня убили? Я даже не застал, я не знаю, как он. В зеленой комнате, да? Это, блин, насколько нужно быть тупым, чтобы своей жизнью, короче, жертвовать, чтобы убить кого-то с взрывчатки. Я с ней это делаю. Православный так. Какая-то Маша мне пизданула, я понял, это откуда вот. Такое ощущение, что сверху, но тут нет сверху. Че говоришь? Мурдаты? Меня с арбалета сняли, муртат какой-то, хотя в сумке ничего нет. Что-то что-то болтает, какой-то херь. Может тоже голосовой чат подключиться и начать их унижать? На какую букву? Не помнишь, на какую букву надо? Что? На какую букву, да? Чё вот? Ну-ка, я уже могу выбрать. Чё ты мне тут такую его говоришь? Чё, ну чё молчишь? Кому? Я только это разобрал. Сейчас. Я тоже. Музыку выбрал. Машина, ты кому обращаешься? Приговори. Тебе. Ты кун, мама. Зрада. Ну хотя бы понятно, что тут не боты. А чего тут больше, зрады или геногибы? Не знаю. Кстати, они довольно мягкие, эти челы, ну, в основном. Домашние? Ну, я сказал бы, там некоторые жестокие. Ну, насчет Машки я не уверен. Наверное, я как-то пизданул, когда я её не видел. Ну, тут два или три чела, они, короче, когда стреляют, стоят на месте. Короче, это вообще... Не больше лез, как меня кто-то из инвиза стреляет из арбалета. А, так это Машка была. Я ее не видел, я думал, сверху. Я что-то прихуел. Она чуть-чуть так ебаный? Не знаю, возможно, просто какая-то моделька невидимая или что-то такого. Не знаю, правда, как это работает. У меня пизданули с арбалета, и я не видел. Но я подумал, что там уже что-то ебаный. Что, выбираем? Я экстент нажал. Я гнездей. А я что-то нажал, не понял. Так. Ну, я тебя не слышу, мудак. Можешь меня добить, кстати? Я не знаю, с кем я рядом бегаю, меня могут добить, у меня 12 кп. Добей. Я очень. Просто определял, не православный ли ты. Гриндей или Рум? Я загадал. Гриндей, они же засущие альтеры. Я думаю, кунг-куха. Какой же я крутой. Ты трескался рядышком, я слышу. За спиной. Нравится красная комната. Так, тут, короче, секретная комната есть, надо не забывать про нее.
По-моему, 36 рост довольно-таки нормально, но у меня, по крайней мере, он меня три раза убил. Ну фиг знает, я его умираю обычно. Он просто кемперет рядом с точкой, где лежат подстволы. Хотя бы больше единицы, когда и...